где искать работу. Вопрос вроде бы детский. Ясное дело, где искать работу, всем известно. Стоит, я думаю, что имеет смысл еще раз сказать несколько слов на эту тему. Есть иногда мнение, что без протекции работу искать бессмысленно, невозможно, тяжело, трудно и так далее. Тем не менее, что нам дает протекция? Протекция нам дает возможность дойти до интервью. Как правило, если человек вас принимает, слушает и выслушивает, какая бы ни была у вас железная протекция, вам нужно платить зарплату. Поэтому в любом случае оценивают ваши способности, желания, умения и готовность работать на этом месте. Поэтому, в общем, никаких здесь особенных секретов нет. Подавляющее большинство вакансий публикуется в интернете на сайтах по поиску работы. Сайты бывают платные, бывают бесплатные. Не кидайтесь сразу оплачивать свое участие и подписку на каком-то сайте. Там есть всегда достаточно вакансий, которые вам покажутся интересными, которые могут быть в других местах. Компании по трудоустройству задают вопрос часто, а стоит ли туда обращаться. Стоит и даже очень. Часто у них бывают вакансии, которых нет на открытом рынке. Но прежде чем туда идти, очень хорошо определитесь, что же вы хотите делать и что вы готовы делать, и на какую должность вы готовы согласиться. Потому что ваш интерес – получить именно то, что вы хотите. Их интерес – предложить вам то, что у вас, то, что у них есть. Соответственно, интересы встречаются где-то посередине. Знакомые – те же самые протекции. Протекция может быть от кого-то из родителей вашего ребенка в школе. Не стесняйтесь, расскажите всем, что вы ищете работу. Такой момент. Очень важно сказать, что вы именно ищете, какую работу и в качестве кого. Этим вы облегчите жизнь людям, которые готовы и хотят вам помогать. Потому что если вы говорите, я ищу работу, вам задают вопрос, а какую именно, и ты говоришь, да мне что-нибудь, чтобы только была постоянная работа, как правило, люди затрудняются и могут вам предлагать то, что вам не подходит. Или наоборот, вы готовы согласиться на что-то более скромное, а вам не предлагают, потому что думают, что это совершенно вам не подходит, вы стоите гораздо больше. Обращаться напрямую в компании, которая вас интересует. Такая практика, возможно, существует и принятая. Подумайте, какое место вашей мечты. Не стесняйтесь. При этом важно обращаться к людям, которые принимают решения по поводу того, принять вас на работу или нет. Конечно же, ни в коем случае не имеет смысла обращаться к секретарям или людям, которым вы можете составить конкуренцию. Они могут просто ваше резюме не переправить дальше. Очень часто на сайтах компании есть личный адрес электронной почты, руководители отделов, заместители директоров, если это большая компания. Рискуете вы не очень многим, в крайнем случае вам не ответят. Но, возможно, того же самого руководителя ужасно заинтересует ваша инициатива, что вы к нему обращаетесь и просите дать вам возможность поговорить, встретиться и, возможно, рассмотреть вариант, чтобы принять вас на работу. Иногда это тоже срабатывает. Есть еще одна вещь, которая тоже часто работает, и это своего рода протекция или своего рода знакомство, которое вы сами нарабатываете. Это сети, форумы по поиску работы, профессиональные форумы, где люди делятся и вакансиями, задают друг другу вопросы. Есть, например, такой форум на русском языке, который называется «Работа АЭЛ», в основном в области программирования, высоких технологий, компьютерных технологий, где и публикуются вакансии, где вы можете в открытом обсуждении задать вопросы, а не ищет ли кто, а слышал ли кто-нибудь, что вот ищут таких-то специалистов. Я знаю людей, которые нашли через них работу.